Да. Ну и ребята кружают на центре, прыгает вперед у нас Бейсмастер, пытается ребята спануть на того самого Бараша, есть хороший физрут и Аджицова, дальше побежал Дуггерс Дота, пытается врезать кого-то, находит у нас Оракла, минус Оракла, также проблема у Бараша, Бараша, пока что Вьюлок у нас летает. И Яжицу влетает, а, хорошо влетает, но правда въебает, даже никого не успел забрать. Мипошка тоже пытается кого-то зафокусить, закрывать, но спруты, он, значит, профит. Алдарион, господи, минус у нас. Мипошка также погибает у нас и Бисмастер под экзорцизмом, а в итоге есть лишь один байбек от Мипошки.